И всем лазерный привет, с вами снова я, Лазер, и сегодня, дорогие друзья, у нас будет PvP с подписчиком на Skill Mine. И со мной сегодня в гостях Егоркин, скажи привет. Всем хай. Да, у нас сегодня будет PvP с подписчиком, как вы уже поняли. Я после мини-игр сразу решил зайти на Skill Mine и начать PvP-шиться. Да. К сожалению, Гриффершоу, как я уже сказал, ненадолго отменяется. Но у меня все-таки появились идеи для нового ролика. Это будет гриф-ловушки. Да, я буду, можно сказать, проводить разные топы гриф-ловушек на скиллмайне, которые вообще возможны на скиллмайне, потому что некоторые механизмы, ну, некоторые, так сказать, вещи из красного камня просто невозможно скрафтить, и поэтому, да, так я и буду делать, как могу. Ну ладно, мы пошли пвпшиться, а вам всем приятного просмотра. Итак, ребят, вот наше ПВП началось, и мы начали сражаться не на жизнь, а на смерть, да? Да. Давай. Офигеть, сколько ты мне сносишь. Ты мне тоже не мог. Ты силку купил? Какую силку? У меня нет силки. У меня за три как бы... У меня же экскалибур, помнишь? А ты сейчас мне тоже будешь много сносить, по сути. У нас сейчас за три, ребят, по той причине, что у нас кризис. У Егоркина нет брони, он сдох. Не от меня, а от другого человека. Давай ты мне... Давай я тебе фору даю, бей меня. Ладно, мне это надоело. У тебя яблоки есть? У тебя яблоки есть? Яблоки есть? Нет, нет, стоп. Нету. На. Ха. Ха. Яблоки возьми. Тебе скинул. А, все. А ты без яблок. На, я тоже тотем снес, на всякий случай. Спасибо. Пожалуйста. На всякий случай? На всякий случай, да. Стоп! Стоп. Ты чё, нагилил? На кого ты? Как ты в Z3 проигрываешь, если у меня то же самое? Я не знаю. У тебя еще поглощение идет. Мне давай хилься там. Как мне хилиться? Ладно, я пока покушаю, пока ты там хилишься. Давай, я поел. Там похилился? Меня еще пока нет. Яблоки ешь, чтоб хилился. Как ты в синке проигрываешь? Ай. Здорово. О, все. Ну вот, другое дело. Не знаю. Вот так. Мне инет лагает. Фу, не инет, а сервер лагает. Мне кажется, бы тебе не попал, да, взрывчаткой? Херак! Давай. Я понял. Чего-то ты мне подозрительно много хп стал сносить. Мне... Или мне показалось, не знаю. Как ты знаешь, я не особо хочу свой тотем терять. Ну да, ты что-то мне уже прям хорошо так стал сносить. Так. Ладно, как яблочко. Тебе сказать, у меня читов нету? Да я понял. Уже, что... нету. Да я уже понял. Ясно. Хорошо, что воду гэпнусь. Давай, я тебя жду. Давай. Давай, все, погнали. Давай. Стоп. Бей! Ладно, перерыв на обед, быстрей. Так. Погоди. Ты что-то резко пошел. Херак!
Ладно, я пока поем яблоко, пока тебя скину. Ты меня ни разу еще не скинул, кстати. Даже на дублях удаленных ты меня ни разу не скинул. Знаешь, давай. Ты с кружком играешь? Ты с кружком играешь? С кружком, ну да. Я тоже. Молодец. Если бы я со стрелочкой гулял, я бы к тебе вынес просто. Я тебе еще подаюсь. А, подаешься. Ну так давай не подавайся. Ну ладно. Давай, 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 не подавайся. Вот давай прям грубые силы Егоркина, давай. Если они вообще хорошо, у него хорошо, есть. Давай, я тебя даже подожду, пока ты там подготовишься. Ты долго? Я уже готов, я жду тебя, пока ты там подготовишься. Стой. Сам? Спускайся. Ну, спустился. Это все? Это все. Я тебя сейчас буду рубашить жестко. Да? Это будет честно говорить. Да ладно. Мне кажется, я тебя больше хп сношу, чем ты мне. Хотя у нас одинаковое за три. Я буду комбы такие заводить. Ну, давай. Молодец, прям на травку. Прям на ловушку, вернее. Какие там комбы, ты говорил? Никакие. Ну, я уже понял. О, тут есть бонусы мне. Голова Егоркина, я ее поставлю на стену трофеев. Так. А я могу их ставить вообще голову? Это что было? Что именно? Да у меня еще то такое... Что это такое? Не это знаю. Адский звук. Это из-за мана. А, интересное явление. Давай, ладно, я тебя тогда жду. Давай. А, вещи твои, на. Так. Я возьму только головы твои. Остальное мне не надо. Так, и меч забирай. И вот голову возьми. Так, а сейчас я хочу дерево свое взять. У тебя есть куча голов? Нет, пока только твоя будет первая. А у меня есть две мои головы. Это полезно. Полезно. Все, отлично. И мои трофеи. Так, там Всё? Будет Егоркин лежать. Сейчас. Ну давай, погнали. Так у меня тотема нету, что? Ну, молодец. Уже играю как есть. У меня тоже их нет. Яблоки дают. А, яблоки тебе еще. Золотые. На. Говорю на золотые. На, золотые держи. Яблоки, просто яблоки. А на зачарованные яблоки просто говорю. Давай, быстрее, 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 быстрее. Погнали, погнали, погнали. Зачарованные. Короче, первый раунд, как вы уже поняли, за мной. И давай второй раунд. Погнали, бей меня. Давай, давай, давай. Ну, давай. Молодец. Ты мне реванш даешь? Нет, сейчас в данный момент 1-0. И сейчас должно быть 2-0. Тогда будет вообще замечательно. Потому что два раунда это самое нормальное. Три раунда это довольно много уже. Я что-то не понял, как я тебя ударил сквозь сундук, но допустим. Или это просто был не засчитался. Я что-то реально не вдуплил, что сейчас было. Не, у тебя тупо преимущество, что у тебя интернет лагает. Или это сервер лагает, не знаю. Но я просто не успеваю по тебе попасть. Это сервер лагает. Ну, допустим. Ты уж успел яблоки съесть. Так. А, чё у меня яблочко не ест? У меня зависло, это нечестно. А, хочешь прикол? Ты немножко расстроишься.
Короче, я тебя убил, да? С тебя выпали вещи, да? А вот эта бомба подорвала эти вещи. И что теперь? Ничего, еще нет. Не знаю. Пипец. Ой, пипец. Ну, вот такое вот у нас было видео, ребята. Кому оно понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами были Лазер и Егоркин. Всем бай-бай, ребята.